День практики – традиционное событие для кафедры журналистики, рекламы и связи с общественностью. Он прошел в режиме онлайн. В программе научно-практической конференции «Студенческая практика в системе профессиональных координат» и фестивале по волнам летней практики. Великолепно прошел день практики, хотя это было в онлайне, и мы очень переживали и волновались, потому что все равно хочется, чтобы все мероприятия, особенно традиционные, те, которые проходили по 15 лет в обычном режиме, при общении, при коммуникации, чтобы они ничего не потеряли, чтобы они сохранили свое содержание насыщенное, чтобы сохранили действительно коммуникацию и вот этот атмосферу общения, дискуссии и так далее. 307 студентов успешно прошли практику. Они принимали участие в международном научно-исследовательском проекте «Изучая селф» и в федеральном благотворительном проекте «Из дома в сказку». 182 студента кафедры прошли практику в СМИ университета. Юргу-ТВ, Радио Юргу, 360-градусный мультимедийный учебный ньюсрум. Очень важно для первокурсников, которые приходят впервые на день практики, и по сути они должны понимать, что их ждет, какая практика их ждет, какие практики ценятся, как выступают студенты, насколько студенты приходят грамотными после практики и профессиональными, какие у них компетенции. Студенты представили отчеты о своей летней практике, рассказали, кем работали и где, что делали, какие знания при этом использовали, поделились своим опытом в прохождении практики. Самый главный итог, который я могу сказать после своей практики, это то, что нужно заниматься не просто журналистикой, нужно заниматься не просто копирайтингом и чем-то одним, а нужно заниматься разным. Журналист – это такая профессия, которой нужно подстраиваться, находить всегда выход и всегда держать ухо востро. Нужно быть очень креативным и позитивным всегда. В рамках фестиваля по волнам летней практики наградили в разных номинациях самых креативных, ответственных и оперативных практикантов. Я думаю, что любая награда, будь то просто похвала, диплом, хорошая отметка или грамота, вызывают чувство гордости, что твою работу оценили по достоинству, и получать их очень приятно. И я думаю, что это служит некой мотивацией в следующий раз делать свою работу на таком же уровне или даже лучше. Приятно увидеть свою фамилию, когда я смотрела презентацию. Я думаю, что это дало некий стимул в следующий раз сделать не менее хорошо свою работу. Карина проходила практику в казахстанской телерадиокомпании и хочет повторить свой опыт еще раз.